Всем привет, меня зовут Грицкив Самир, и это видеообзор стульчика для кормления Мимамун от детского интернет-магазина карапузов.com.ua. Испанский бренд Мима с 2009 года создает инновационные товары для детей. Продукция Мимы идеально подходит современным родителям, которые предпочитают выбирать для своего ребенка эксклюзивные и первоклассные товары. Сочетание дизайна, функциональности и качества направлено на главную цель компании – помочь родителям с комфортом и удовольствием заботиться о детях. Именно эта философия и заложена в детский стульчик Мимамун. Благодаря абсолютно новым решениям разработчиков, он переворачивает привычный взгляд на стульчики для кормления. Мимамун станет полезным помощником для родителей на долгие годы, ведь его можно использовать с первых дней жизни малыша и примерно до 12 лет. Стульчик Мимамун сделан из материалов, которые рассчитаны на длительный срок пользования. Ножка сделана из алюминия, а основание из ударопрочного ABS-пластика. Поэтому поверхность стульчика гладкая, блестящая и надолго сохранит свой первозданный вид. Первые полгода до того, как ваш малыш не научится самостоятельно сидеть, стульчик Мимамун можно использовать в качестве шезлонга для сна или отдыха. Удобная мультинаклонная система позволяет быстро и просто регулировать положение. Угол наклона меняется настолько плавно, что это движение не разбудит спящего малыша. Для оптимального комфорта во время сна и правильной поддержки спины предусмотрен специальный ортопедический вкладыш для новорожденного. Матрасик из гипоаллергенных тканей. Он двухсторонний, с одной стороны текстильный, а с другой махровый. Когда малышу исполнится 6 месяцев, то из шезлонга Мимамун превращается в полноценный стульчик для кормления. Для этого нужно установить подножку и столешницу. Стульчик можно регулировать по высоте. Нажмите ногой на кнопку, которая находится в основании, и пневмомеханизм опустит или поднимет стульчик с малышом внутри. Это очень удобно, например, когда вы хотите усадить малыша за общим столом. Стульчик оборудован пятиточечными ремнями безопасности с двумя уровнями регулировки по высоте. Приблизительно с 3 и до 12 лет Мимамун можно использовать как детское кресло. Благодаря необычному дизайну он прекрасно впишется в современный интерьер и даже станет его изюминкой. А сиденья подушки обеспечат дополнительный комфорт. Материалы и конструкция детского стульчика позволяют выдерживать нагрузку до 45 кг. Основа стульчика Мимамун может быть белого или черного цвета. В комплектацию входит столик для кормления и подножка. Дополнительно приобретается чехол на сиденье, комплект подушек и вкладыш для новорожденного. Цвет чехла и подушек вы можете подобрать из предложенного ассортимента расцветок. Аксессуары сделаны из простых в уходе и стойких к износу материалов. Мимамун – это стульчик, который будет расти вместе с вашим малышом, станет его любимым местом отдыха и останется в семье на долгие годы. А заказать его вы можете на нашем сайте карапузов.com.ua. Ссылки в описании. Это был видеообзор детского стульчика Мимамун от интернет-магазина карапузов.com.ua. Подписывайтесь на наш канал, обязательно жмите на колокольчик, чтобы первыми получать новые полезные видео. Я вам желаю никогда не ошибаться с выбором. До скорых встреч, пока!